Под прицелом телекамер с цветами и аплодисментами встречают самарскую женскую сборную по дзюдо. Спортсменки приехали из Тюмени, где блестяще выступили на первенстве России. Дарья Межецкая заработала свою первую золотую медаль в новой возрастной и весовой категории. Бороться пришлось не только с соперницей, но и с собой. Недавно девушка получила травму ребра. На каждом соревновании надо что-то преодолевать. Здесь именно было то, что это новая возрастная категория. Ну, это старшие уже люди, здесь опытнее. Здесь борьба уже более другая, чем по юниорам или по детям. Здесь уже надо думать тактически, уже надо головой больше работать, а не просто как бы физической. Две золотых, три серебряных и две бронзовых. Полный комплект медалей привезли самарские дзюдоистки. Такого триумфа не знала еще ни одна сборная. На моей памяти не было такого, чтобы на одних соревнованиях столько медалей у нас было. Есть маленькие претензии к мужской сборной. Как всегда. Да, потому что одно-второе место. Это слабый результат. Мужчинам есть на кого равняться, девчонки не подкачали. Спортсмены еще раз доказали, что самарская школа дзюдо – одна из сильнейших в России. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».